Ребятушки, всем привет! Приехал в детский дом, привез гостинчиков. Ребятушки, опа! Оп, опять кричу, ребятушки, ну, блядь, ну что сделать, пакеты тяжелые, блях. Там уже бомжики названивают, ребятушки. Наташка там названивает, сегодня с дедом буду заселять их, ребят, в квартиру, комнату нашли. 3000 рублей, ребят, заселим, посмотрим, как бульдогу заселяли. Но бульдог проебал, как говорится, свой шанс. Ладно, посмотрим, что дед с Натальей будет. Рыжик хочет с ними там. Не знаю, будет, не будет Рыжик жить. Ну, как говорится, поглядим, поживем, увидим. Может, вдруг будут нормально жить, так дай бог. Ребят, так, как-то так. Танюшке сейчас. Киса звонит уже, Танюшка звонит. Все названия, ребятушки, Максимка звонит. Бульдог сейчас. Здравствуйте. Оставлю здесь, хорошо? Пожалуйста, до свидания. Ребят, в общем, это... Бульдог вчера звонит. Паша, нас тут приняли охранники. У нас есть Уралсбес такой, предприятие градообразующее. Ну, я что-то пиздили там, я так понимаю. Потому что, ну, хули там на их территории. Они будут гулять, что ли, бомжи. Паха нас тут хочет замутить. Я говорю, ну, хули делать. И сейчас сегодня с моим Паха подъедет на Уральск. Короче, там еще будет интересно, что он бульдог. Ой, не знаю, ребятушки. Поглядим. А насчет Натальи с дедом, дай бог, ребят, может, будут жить, сетка с кисой живут. Может, Наталья с дедом будут жить. А будут жить, да хорошо, блин. Как бы, помощь будет. Помощь помогли, считайте. Ну, месяц поживу, там посмотрим, как. Дальше будем, не будем плачивать. Ну, все, ребят, не переключайтесь, будет интересно. Ребятушки, ну что, приехал Танюшки. Танюшка, вон. Ждеть с меня надо. Видя Таня там не одна, видимо. Эх, Танюшка. Тебе Таня, привет. Привет. Ну что, как дела? Нормально. Что такая грустная? Что такая грустная? А? Ну, это тебя больше как видно, кажется. А, Танюшка, сейчас я все вижу, да. Танюшка, как дела тут? Все нормально? Нормально. Танюшка, может, я тебе думаю, знаешь что? А может, я тебе, блядь, буду платить лучше побольше денег, блядь, да ты будешь сама на автобусе ездить, блядь. Как? Может, давай так, хочешь. Давай я тебе буду на 150 больше платить. Да, ребят, а то, блядь, столько времени Танюшку увозить, привозить, а так она уже приехала, блядь, ждет меня в Азбесте, нахуй. Да машина, ребята, блядь, машина еще, тут, блядь, стартер сломался, блядь, ремонтировал 2000, отдал, блядь, изнашивается машина, блядь, пиздец, нахуй. Но мы не унываем, да, Танюшка? Да. Танюшка, шапочка такая, блядь, модненькая, нахуй. Танюшка, сигареты, ребяточки. Сигареты, ссылка где? В описании. В описании, ребяточки, да, дешевые. Все, ребят, едем, короче, сейчас едем до дедушки, там уже, ну, что, квартиры ждут. Сейчас поедем договариваться, квартиры заселять их. И поедем дальше. Поедем дальше. Да, бульдога искать, Максимку искать, нахуй, всех искать поедем, нахуй. Танюшка, блядь, там вкусно пахнет, там рынком, блядь, блядь. Да, серьезно? Нихрена себе, блядь, это дядя Таня, блядь. Таня. Ладно, ребята, не переключайтесь, все, впереди будет самое интересное. Танечка, ну, пуль-пуль-пуль для красоты сделай, как ты, блядь, там любишь. Я люблю, ха. Сейчас она всегда. А я водочку люблю, а я водочку пью. Всегда мне надо пуль-пуль, блядь, как... Пуль-пуль-пуль, как раз, оцените, как пуль-пуль-пуль-пуль. Как в тиктоке, блядь, народу. Как вообще не можно не пить, да там все сразу. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот так, ребяточки. Димке Овчинников, привет, да? Передай. Димка Овчинников, привет. Приветик, Димка Овчинников. Виктор Гуд, Александр Виктор Ким. Гуд, Александр Ким. Ким. Всем приветики. Всем приветики, всем всем. И Дамир с Петропавловска. Дамир с Петропавловска. Все, ребята, едем, короче, не переключайтесь. Ребятушки, ну что, приехали к дедушке. Уже бабушкой. Дедушки с бабушкой, проверим. Ждут они меня. Пашка должен. Ох, костер горит, нахуй, все. Пылает, блядь. Дела идут. Сейчас посмотрим, что тут дедушка. Наташка. Хромая нога. Где дед? Он где? А где Пашка-то? Кого? Паха-то где? А сейчас позвоним. Он подъедет. Здравствуйте, говорят. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Дед, вас то шупа дед, нахуй. Здорово, дедушка. Как дела? Здорово. Здорово, дед. Ну что, звони Пашке. Сейчас. Что, вещи-то хоть собрали, дед? Или потом потихонечку? Нахуй вы хоть глоток все не тащите туда?
Нет. Да. А он что, был, нет, Пашка-то? Да, да. Здорово. Был, был, он, видишь, он мне... Только номер не говори вслух, слышишь? Номер не говори, чтобы на камере. Дедушка. На, пока не пей, хоть квартиру заселишь, и потом выпьешь, понял? Или ты уже выпил? А, старик. Ах, старик, старик, нахуй. Видишь, вещи собрали, блядь, все нахуй. Нихуя еще не собрали. Почему? Не собрали? Он видит, что горит. Не, а что он вещи собрали? Что, не, такую хуйню не потащишь туда? Да ясно дело. Сейчас посмотрим, что у вас за квартира там. На следующей неделе, может, там мебель старую где-нибудь найдем, нахуй. Где? В 22-м. В 22-м доме? Победа. О, у меня там, блядь, это мамка жила. На, расплатируй. А там же этот живет? Костя, Рэмбо. Да, Рэмбо. Рэмбо там живет. Сейчас его высадим. Дед будет с Рэмбо общаться, нахуй. Такой чайничек, а? А где рыжий? Ушел опять с деньгами и пропал. Да? А ты же сказал, блядь, пизды ему дашь, и что, нихуя ушел? Он в тот раз дал ему, блядь. А что, как он, блядь, где он сейчас живет-то, рыжий-то? Я думал, с вами, блядь. А? С нами был. Был расплыл. Был расплыл. Там на карьере. На карьере, думаешь? Блядь, и что делать-то нахуй сейчас, дед? А? Как делать-то сейчас? Я ж думал, он сами будет жить-то нахуй. Кто? Рыжий-то. Не будет. Вот так, кострюлька уже тут. Ну, а где собаки? А где собачки? Да тут где-то. Нихуя себе. Собачка, собачка белая родила. Ощенилась. Сколько родила-то, дед? Не знаю. Откуда мы знаем? Она же там. А как они били? Они же всегда тут с вами. Поди, блядь, уже съели их нахуй. Кто? Ну ты. Ну, конечно. Паша, нет. Все, Паша подъехал. Ты скажи, давай мы подъедем, да все, сейчас куда? Спроси, Наташка, можешь подъехать к 22-му дому, давай. Да где он, на работе. Да, да, давай, подъезжай. А, он на работе? Да. Давай. Че он сказал? Он тут, а, сейчас подъедет, у него мотоцикл. А он на мотоцикле работает? В бане. В бане. А-а-а. Баня, что не знаешь? Как не знаю? Знаю, ты же, блядь. Ау? Подарок. Подарок. Ну что, дед, блядь? Что нового-то у тебя? Взяла и разбила. Да. Да, она обиделась на Таньку. Я вот это, блядь, это взяла. Хлебница. Какая нахуй-то хлебницкая мазь, блядь? А вот, что это? А не пришла бы, блядь, и так бы этот спор был. Да мы бы уши и оставили, оно нам нахер не нужно. А я подарок. Дедушка, костерчик развел нахуй. Он-то видишь, что говорит. Кто, Пашка? Да. Что говорит? Сегодня, завтра они, он квартиру-то сдавал бабе. У нее ключи забрать. Неохота ломать два замка, говорит. Мы ее, говорит, за два дня выцепим, говорит. Да как у тебя, я что, ему сейчас деньги отдам или что? Нет, как? Ну как сейчас договоритесь, уж я не знаю. Я думал, вас сейчас заселять буду, блядь. Так не сегодня вас заселять-то, что ли? Нет, он, видишь, у него ключей нету. Ну, блин. Нифига себе. Он говорит, дня через два они с женой ее найдут, чтобы ключи забрать у нее, видишь, что? Ну. Блядь, а так, нихера себе, да, дед? Веди мне. Пока не въеду, не отдам. Кого? Пока не въеду, деньги не отдам. Я не дам денег, да. Так пока. Ясно дело. Я сейчас договорюсь с ним. Да. Они на какого числа, там, допустим, если на вторник договоримся, я во вторник приеду. Да. Вас заселю. Да. Денег ему отдам. Да. Че, Наталья, говоришь, обрадовалась? Что, почему? Толя, хороший? Че? Ну, не на улице ведь ходить? Ну, конечно. Но вот Ильмана. А че, на улице ходишь, да? Где подглядывать не будет, нахуй? А тут я-то уж еду вас заселять, нахуй, тогда хули, сейчас мы договоримся, сидите, я поеду, блядь, рыжего найду хули. Так блин. Сейчас он не, сейчас, придет, я, но... понятно? Ты давай похмелимся. Да ну не пей, блядь, дед, ты, нахуй ты пьешь, блядь. Ну давай похмелимся. Ты звонить не будешь мне? У меня и телефона нету. А ругаться не будешь? Телефон-то у меня сейчас. Я симку свою туда вставил, а он сейчас мой. Все, сейчас, нахуй, дед сейчас пиздец без связи, нахуй. Да, дед? Нихуя ты, Наташка, телефон подарил Наташке. Да? Ну так мы вместе пользуемся. У меня весь зарядки нету, кончилось. А что, та-то не. Что, похмелиться хочешь, блин?
Люди говорят, я тебя спаиваю, видишь, блядь, я боюсь тебя нахуй. Что меня бояться-то? Ну ты сопьешься, блядь. Я сопьюсь. Ладно, дедушка, я пойду, блядь, возьму ребятки. Сейчас пойду дедушке возьму, блядь, паскуднику. Ребят, где Танюшка лает? Сейчас Танюшка пакетик даст ей. А там не Нюшка, там... А где? А ты подумала? Да, у меня, блядь, внутри, блядь, думаю, никто не бежит. Пакетик возьми. Что за запереживала такие, блядь? Вот они, вот Нюшечка, Нюшечка. Ну, помните, ой, какая ты пластенькая, Егокубочка. Ой, накусилась, да. Давай, Танюшка, дай, дашь им покушать? Надо рожать скоро ей. Опять что-то, блядь, что-то? Да. Нихуя себе, Нюшка, ты что, опять здесь дрожать собрался? Блядь, дед только успевает, нахуй. Какая кабанька, блядь. Нюшечка, сейчас покушаешь, покушает. Нюш, Танюшка, покорми, ладно? Да, да, да. Ну, дедушка похмелиться хочет, блядь, да, дед? Да. А Наташка не хочет? Хочу. Хочешь тоже, что ли? Тоже хочу. Нихуя себе, Наташка. Голова болит просто. Голова болит? А что, поди пили, блядь? Рыжий, значит, с деньгами съебался, вы дали ему денег, и он съебался, да? Ну, он ушел, пропал. А нахуй вы даете, то его постоянно наебут вас, дед? Ну, так, ну, в тот раз ходил, первый раз ходил, принес. Потом пошел, уже не принес. Че, опять ебал он бежал? Сейчас привезу его, дашь ему? Не поедет, испугается, да? Да куда он нахуй денется, блядь, он знает, что ты простишь его, хули ты? Нихуя. Не простишь? А ты нас упросил же, блядь. Когда? Ну, когда я дал ему поебальник, потом он же вас жил здесь, блядь. А сколько много денег ты наебнул? Да 100 рублей. Ах, не имей 100 рублей. А имей 100 рублей. Она что, опять ее там кормит? Кормит, конечно. Ну-ка ее кормит, а этого-то? А это тоже там? Наташка, что как собака-то? Ты что будешь делать? Нихуя. Ничего, туда уйду. Да? Конечно. Капа-то вот сейчас вообще не будет. Не расстроишься? Так жалко, ну а что? Не, жалко, не потащишь. Жалко пчелки, мне хвост-то ладно, мне Нюшку просто жалко. Давай трубку. Она предана это. Она же никуда не уходит так около... Так может не поедешь, может будешь жить здесь. Блин. А? Может здесь будешь жить, да и все. Ага, холодно. Блядь, что ты, блядь? Ладно, лето было бы, так мы бы спокойно ждавить. А так-то холодно. Да не холодно. Не пизди, да? Не холодно. Ну, сегодня дождь еще. Ты что, девушка, спал, что ли? А? Спал? Лежал. Лежал просто? Телевизор смотрел, блядь? Телевизор, ага, смотрел. Дед, что это, блядь, такое у вас? Баночка. Где? Пастила, что ли? Где? А, это конфеты. Конфетки, Наташка? Зубы-то выбудут, блядь, достаешь конфетки-то. Наташа, это беременность. Ой, у меня еще один есть. Родившийся беременный. Ну вот. Дед, что ли? Дика. Ну. Хвостик-то мой. Шапка чья? Светки вроде. Я говорю, что ей надо-то? Что надо-то ей? Для счастья-то. Так, тут он названивает, блядь, не надо. Да ты показала-то, блядь. Дура, блядь, подарок. Макс, ну я здесь сейчас дожусь человека, я у деда. Сейчас дожусь и подъеду, не переживай. С кем? Ну все, ладно, давайте. Угу. Да. Ну что, где? Паха. Павка-то где? Он уж в чайнике варим. Ребятушки, в чайнике варит, да? Да. Ну-ка, покажи там. Ну да. Что такое? В чайнике варим. А что, бля, потому что... Почему в чайнике-то? Ну-ка. Потому что дядя Вова что? Я была. Ёбнул у вас. Все. Кастрюлю. А ну, он притащил. А нет, это что у тебя за санки? Ты уже к зиме приготовился? Это он притащил. Кто? Вовка. Вовка? Санки-то дядя. Он у них голова металл берет, а дерево приносит. Да, нет. Вовка-то, видишь, вас не обижает нахуй. Да цивильной. Вон, давай. О, капуша пришла, которая родила. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, какой он. Ой-ой-ой. Нюша. Ну, вон едет. А вон едет, там Павка едет. Это... Ой, Вашки, ну вот цикли Пашка едет, блядь. Это вот Пашка. Ну, все, у сейчас него поговорим. Столько мотоциклов, ептой. Да? Куда он их берет, блядь? А? Что берет, блядь? Берет лучше его, машину взять. Нахуя? Кушайте, кушайте, кушайте.
Да, конечно. Да. Ну я буду приезжать. А где она? Ты знаешь, Наташа, где она? Кто? Кого? Спит. Да, она туда. Паха, что, в камеру попадешь, ничего? Или не снимай? Да не, не надо. Давай, Наташа, вот так буду на себя наведу. Ну, а как обычно, что? Здорово, Бага. Привет. Что там с квартирой, ты говоришь? Да что, вот, есть гостинка. Ну? И это... Короче, человека вот, кому сдавал баба, ну, тоже такая она, как бы, это... Нет, это без проблем, оплачивать будем, все, блядь. Понятно, все, вот я у нее хочу две пары ключей забрать. А когда, когда заберешь ты их? Ну, вот, на неделе, так ты точно... А ты запиши мою цифру, ты да, заберешь... Нет. Позвонишь, я приеду, сразу же рассчитаемся с тобой, их заселим тогда. Я думал, сегодня уже заселять. Ты видишь, надо долго сесть, 60 тысяч там. И главное, чтобы не было ни пожара, ни... Я тебе еще раз говорю, вот если что-то, деньги не возвращаешь, их выгоняешь. Я тебе сразу же говорю, ну что ты там, слышите, Наталья? Я? Если какая-то шобла, хуёбла, не надо, но... все, вдвоем и все, да. Если что-то, Паха, сразу выгоняешь, все, деньги не возвращаешь мне, это уже... Там, видишь, нормально мне знать, что это таракан. Там, короче... Дед, съест тараканов, ну. Че, тараканы там? Я за все хочу 3000. Я буду тебе все... Тебе можно будет переводить же, да? Конечно. Ну все. Давай ты мне наберешь посреди недели. Написано сейчас их. Я тут вон дам, чтобы... Ну. Чтобы это у тебя... Ага. Ну все, дедушка, тогда вот смотри. Папашка позвонит мне. Я приеду, к вам зайду. Да. И поедем, заселимся тогда. Ты меня раззай. Месяц посним... Стол есть. Ну, неделю поживут, потом ему что-нибудь там и телевизор, и там все прикупим ему, и все. Так что подохте, не помню, телек есть, нет, DVD точно. Какой он? Телевизор, что, блядь, показывал. И там все это, там разберемся, там что. Разберемся. Если нормально будет жить, так что, блядь, я тебе на два месяца буду. Вот, дед, нормально, дед, я тебе говорю, вот будет нормально, все, будет, ну, нормально. Да. Вот и все. Там, короче, из-за одного куплета, как говорится. За стенкой он живет, там он, короче, собирает вот всякие эти алкашню, и у него клопы, тараканы, короче, вот из-за и него они к тебе вообще ползут. Вообще в секции никто не живет там, хотя как бы это есть семейные пары. Это если будет все нормально, мы протравим, ну... Я вызову и потравим. Я тебе говорю, самое главное, месяц посмотрю, если они все нормально, месяц спокойно будет, все, ладно. У меня одним-то ключ есть, понимаешь, а у ней-то надо тоже забрать, а то непонятки будут. А что? А давай сейчас давай, что, пускай. Нет, они что, а там они думают, что... Нет, она... А у меня вещей нет там? То, что... Нет, там какие-то вещи есть. Так, давай, нет, то, что ее поймать и сказать, чтобы она больше там не появлялась. А чтобы не было непоняток. А что, так может, вот их заселим, да все, сейчас рассчитаю, да все. Не знаю. Давай, так? Смотри. У тебя к номеру привязан? Потому что их, видишь, им холодно, блядь. Ну, понятно. И охота уже это. И что получается, у нас вот сегодня с тобой что, 24-го? 20-го числа я буду перечислять тебе. Что, так? У меня в чистом ключе так. Да? Поедем, а давай мы подъедем сейчас туда. Типа, давай мы сейчас их загрузим туда и подъедем. Давай. А, и адрес сразу скажешь, что мы подъедем. Победа 22-98. У меня там мамка жила, блядь, 80-й квартире, блядь. У меня 94-й. Ой, нет, 98. У меня третий этаж, а братан там живет. А как? Леха. Всем пусть. Так вы сейчас все в квартире останете, нахуй здесь пусть будет. Че? Мы потом придем, соберем, все, утащим. А. Ну ладно, поехали. Мы посмотрим, что, ну, все, у него есть. Пошли, посмотрим. Плюшку возьми, блядь. Че, стол, говорит, есть, блядь. Че, сейчас. Ребяточки, ну все, сейчас договорились, в общем. Сейчас мы Пашке подъедем, ключи возьмем, я ему оплачу. Виктору Гуту спасибо огромное. Да? Виктор Гут, скажи, спасибо огромное, дед, блядь. Виктор Гут, спасибо большое. Ребята, дай бог, дед пообещал с Натальей, что будет все хорошо, никаких все там этих... Все нормально будет. Дай бог, ребята, все хорошо, блядь. Я буду просто реально рад за дедушку с Натальей. Хоть какую-то вытянули, да, дед? Все нормально. А потом до пенсии дотянем там, ребят. Че уж, блядь, я думаю, что не соберем 3000 в месяц им, что ли? Правильно, дед? Я соберу, блин. О, хули. А потом пенсия, дед, сам. Наташка, хромая нога, блядь, бегом нахуй. Сейчас, ребят, поедем, ключи заберем, дед. Открывай сильнее просто, сильнее, ёб твою мать, вот. Че, блядь, вот, ёб твою мать. Ребята, парень вообще нормально, видите, он хочет долг, там накопилось долги. Даже где-то 60 тысяч. Знаешь, блядь, мы не любили. Хули, дед, блядь.
А платишь нахуй долги-то, ёпта, за 60 тысяч рублей. Продашь почку свою нахуй. С печенью нахуй. Хули, Наташке на ногу живую здоровую продадим нахуй. Опа. Чё, блядь, ахаешь? Тебе нахуй нога-то здоровая нужна. У тебя и так три ноги, блядь. Опа. Ладно, ребяточки, поехали за ключами. Ну, не знаю хоть. Наталья, ты давно вообще в квартире жила? В квартире-то? Да. Наверное, уже, блядь, духа. Ой. Давно. Шамейки, да? Шамейки, да я в доме там живу. Ну все, Наталья, ну ты хоть рады вы, хоть нет, блядь? Конечно, рады. Ну все, ребяточки, я тоже рад за ним. Тараканов погоняю. Ну а что, протравим потом нахуй? Ну все, ребят, не переключайтесь, поехали сейчас в квартиру. Ребят, ну все, квартиру, в общем, сейчас поедем за ключами. Там наши ключи заберем, деньги перевели. Все, будем сейчас ключи и будем посмотреть квартиру. Да, Наталья? Будем посмотреть. Будем посмотреть. Дед рад нахуй, говорит, пиздец, говорит. Хоть на полу будем сейчас валяться, а не на земле, говорит, нахуй. Вовка уже звонит, блядь. Еще люди звонят, ребятушки. Блядь, кто там, блядь, названивает, это что, они что звонят, непонятно. Так, о, бульдог, ребятушки, звонит. Да. А? Ты где? Говори. А? Ты скажи адрес какой, блядь, подъезжай, смотри. Уральская 12. Давай, скоро подъедем, давай. Напротив. А, стоянки? А, ЗАГСа. Давайте. Все хорошо, сейчас. Давайте. Все хорошо, давайте зайдем. Давайте скоро. Ага. Давай. Бля, ребятушки, бульдог какой-то. Женщины там уже разговаривают, блядь. На Уральске, бля, ребятушки, все, блядь, какие-то по домам разъехались. Ну. Так что, ребятушки, едем сейчас. Сначала доедем до бульдога, потому что по пути нам будет. Потом поедем дедушку с Натальей заселять. Так что не переключайтесь, самое будет интересно. Да, дед? Да. Ребятушки. Конечно, кто ждал тебе железо в 7 тонн? О, что, найдут ли себе? Что, ясно дело. Бля, ну где этот бульдог, паскудник? А то вот с нас. У нас не резать нам, и зубов-то нет, кусать бы, откусывали бы по куску металла. Не так, а Наташка, блядь. А у меня есть один бульдог. Да у меня-то есть. Ну что, где бульдог-то, падла, блядь, а? Угодно название, он все это... Говорит, чтобы не ходить сюда, блядь, я сейчас, говорит, выйду. Нет его паскуды. По сигналу? А чем, блядь, сигналит его? А нет сигнала. Если такое, Танюшка сделать. Ну, там, не там. Не знаю, да. Сейчас выйду. Падла, блядь, ладно, сейчас ребятушка пойду. Сам схожу уж, блядь. Сиди, Танюшка, не за старшего, нахуй. Знаешь, здесь Наталья никого не убежали, нахуй. Что они сейчас съебутся нахуй, на родосях там, блядь, что квартиру тут? Тебе что, сигареточку дали? Ну, только деловое не показывает, ну, мне. Дай поебали кому за это, пока я хожу. Ну сейчас я бутылка-то наверну. Уже дерутся, блядь, еще квартиру не заехали, уже дерутся нахуй. Ну что, ребяшки, кто это квартира, где-то живут, блядь, где он, блядь, он паскудник, бульдог, блядь. Буль-буля-гуй, нахуй. Блядь, ребятушки, бульдог, смотрите, какой чистенький. Ребятушки, женщину, снимать уже не стал, он женщину нашел, ребятушки, сейчас жить здесь будет, блядь, ребята, вообще у меня все, блядь, блядь, дед, ты что паскудник, блядь, бросаешь, что, блядь, садись давай, подними кнопку ему, все, ребятушки, женщина с ребенком взяли бульдога с улицы, говорит, будет жить, помогать, пацанчик попросил роутера, ребят, надо купить роутер, ребят, вообще капец, вот такие дела, друзья мои, бульдог паскудник, а, блядь, женщину нашел. Ну, все, ребят, едем сейчас за ключами. Сейчас дедушку сейчас Наталья настроим. А со мной? Сели, сели. Чистенький какой, побритый. Помылся, да. А у меня два раза, говорит, женщина, говорит, ребятушка, два раза блядь, не моется. Видите? Всем, вот так вот. Счастье всем, блядь. Ребятушки, вообще это вообще, блядь, в натуре не серия, а, блядь, счастливые серии. Бульдог, блядь, ты тоже хоть не просри, блядь, живи с ней, блядь. Я тебя, усилию, сейчас мы там порядок наведите. Порядок наведите, там, да. Юра, блядь, там нахуй, бардак. Потом, может, и ремонт сделаем. Ребят, короче, блядь, будет интересно, я думаю. Сейчас посмотрим, как бульдог, если не бежит оттуда.
Нет, 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 ты что? Живи, хули ты, что? Она что, она же тебе не запрещает ничего. Сумка, сумка. Че? Эта сумка мне надолго закончится. Пойдем, да, мне сумку помог нанести. Вот ты помог ей сумку нанести? Вот так вот. Ребята, ну че, блядь, че несчастье нахуй? Я остался в дому. Вот так вот, ребятушки. Едем за ключами, ребят. Давайте, сейчас будет самое интересное. Деда за Свердлова. Ребятушка, Рэмбо, вон, видите, нас ждет. Рэмбо, давай, иди садись в машину, мы сейчас деда. Иди там пока. Ах, сука, брезгует, падла, блядь, да? Сейчас дед намоет. Иди давай, Танюшке там пока разговаривай. Иди его. Пошли, дед. Да черт, этаж, блядь. Все, ребят, домофончик. Опа, дед открыл. Ребятушки, ну что, будем сейчас... Дед, не торопись, Наташка, ты не шивает, блядь, за тобой надо. Ну, приберетесь там? А потом... Вот там, если женщина жила, так там чисто должно быть. А потом потравим таракана. Посмотрим. Ну, как говорится, поглядим, блядь, Вовка запалил. Да, Вовка? Че ты? Все, это сейчас. Сейчас подъедем. Да. Все, подъедем сейчас. Давай. Давай. Саман. 9. Давай я подъеду сейчас скоро, давай. Да. Вот ты достал. Какой этаж у нас? Второй? Четвертый. Не, прошли там. Второй? Нет, третий. Дед, не торопись, подожди. Здесь откроем. Блин, я с Наташки, блядь, бросить нахуй здесь. Давай. Это третий дед, третий дед. Третий. Следующий. Третий еще. Да. Еще. Блядь, а. Куда же сейчас нахуй дали такого? У меня только там, а дождитесь. Нахуя. Держись. Ну, дед, сейчас, дед сейчас откроет и закроет, и все Наташку и пустит нахуй. Все. Все, 98-я. Дед, вот сюда 98-я, ты видишь? Секции одни будете жить. Вот она, дед. Вот. Ты что там? Наташка, открывай. Ну что, открывай, сиди, что ты, блядь? Пошли, Наташка. Расслабься. Ту-ту-ту. Так. Ну, кровати нету. Пока на полу поспят. Да, я? Нормально. DVD есть, телевизор нету. Телевизорик надо будет им потом. Так. Так. Все. Ну, на полу поспите пока, что? Да, потом с кровати что-то еще. Да и на полу. Тут в квартире, блядь, здесь пластиковые окна. Все. Плитка. Электричество-то хоть есть? Не. Да есть. Откуда ты знаешь, что есть? А есть, все, плитка работает нахуй, дед. Не, все, ну, почиферите. Да, да и на полу поспим. Ну, а что, рада? Рада, очень рада. Ребята, скажите, вообще, всем спасибо огромное. Ой, большое, огромное всем спасибо. Особенно Виктору Гуту, то, что он проплатил. Виктор Гут, очень большое спасибо тебе. Ну все, дедушка, давайте я поехал, давайте обживайтесь. Давайте. Телефон зарядишь, пускай постоянно будет включен. Я еще что к вам приеду. Все, буду приезжать. Ну все, что туалет, что свет горит. Да, 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 все нормально. Так, где второй свет? Здесь. О, здесь кухонка такая. Вон, видишь, здесь радио послушайте потом. Да, настроишь. Так, смотрите, раковина все чистенькая. Ну, приберутся. А все, дед, живите. Да. Я буду к вам приезжать, не переживайте. Так же, как ездил, так и буду к вам приезжать. Да. Дед. Угу. Давай, дед, поздравляю тебя с Наташкой. Давай, спасибо. Паша, давай. Очень все. Большое спасибо всем. Всем большое спасибо. Всем, и Павлу Васильевичу тоже привет, да? Павлу Васильевичу. Нет, это тебе. Ну все, давайте, живите, Наташка. Я действительно рад за вас. Давайте. Счастливо. Нет. Давай. Ну все. Удачи. Давайте. Вон, замки закрывайтесь. Да, закрывайте. Ну все. Давайте. Давай. Живите. Дедушка, давай, все, увидимся. Давай. Никого, дед, не пускайте. Все. Обязательно. Никому не говори про квартиру. Живите со мной. Давай. Да. Ребятушки. Ну что, блядь, честное слово, блядь, не поверите, я очень рад, дай бог, чтобы они оправдали. Ну, я думаю, оправдают, под старую жопу-то не начнут. Ну, а мы поехали, что, бульдог, поехали на трубы, там, жду, блядь, дождь, дождь такой. Ебаша, пойдем сейчас на трубах, потом до кисы. Короче, такая херня, ребятушки.
Не переключайтесь, все будет интересно впереди. Действительно, ребят, если рады за деда с Натальей, ставьте лайки, ребят. Вам не трудно, а им приятно. Ребятушки, бульдог, блядь, он уже всю дорогу, блядь, заебал, одно и то же рассказывает, нахуй. Да, нет, на самом деле, одно так... и то же, ребятушки. Вот вы хотели послушать бульдога, послушайте, блядь. Вот, и зачем, нахуй, вот так делать? Да? И это самое. Потом я говорю, это, слышите, это, говорю, я себе, я там, провода какие-то, нахуй, они там въебали, нахуй, или не въебали, там, я хуй, нахуй, что они там не сделали. Мы, короче, все пошли, блядь. И это так всю дорогу, нахуй. Не отпускают. Про провода, блядь, все. Про это, нахуй, про все, что, ребят. Все провода, нахуй, там. Какие, там, нахуй, там оторваны, нахуй, уже были, нахуй, все. Да помоги, помоги, да помоги, помог, нахуй. Помог? Ты хочешь пизанули провода, блядь, мы не виноваты, да? В отделение приезжаем. В отделение туда приезжаем. Короче, там с этого с уклона на второй этаж, блядь, подняли нас. Да, а там другой нахуй, там это, как он зовет, главного там. Приезжаем туда. Еще один, блядь, подходит. Ты как воду пьешь, блядь. Говорит, ты, говорит, это сама. Ты что? Дай крышку. Как воду говорит, ты, говорит, это сама. Бульдог, дай глоток. Говорит, это сама, бери на себя все. Ты ебанулся, что ли? Бери на себя. Я себя на все буду брать, нахуй. Ты ебанулся. Бульдог взял бы на себя. А я-то пьяный, вы бомж согласился. Я-то вижу, что они ха-ха там ловят, нахуй. А мне-то, блядь, не до ха-ха, нахуй. Дисмирата, блядь, хуят я, блядь. У меня очко-то сыграло, нахуй. Да, что, обосрался, нахуй? Че, блядь? Я туда, а в душе-то я вижу нахуй его. В душе? В глаза посла. В душе видишь его? Он ха-ха нахуй ловит. Второй тоже, блядь, ха-ха ловит. Ты видишь, он кого-то покурил, да? С этим, с которым нахуй, это сама, это, показания-то нахуй-то снимал нахуй. Он, говорит, короче, что? Говорит, мы с тобой, говорит, полиция, говорит, нахуй, вместе, говорит, что, не помнишь, говорит, меня? Ой, это я говорю, стоит? Ну как я припоминаю, ребятки, помню, а? Не помню. Все, бульдог, короче, ой, шарнирчик, что ли? Припоминаю, но не помню, говорит, да. Шарнирчик. Припоминаю, а потом, ну, я говорю, что ты, это, шарнир, я вижу. Говорит, рубль, шарнир, Вовка, и, вот, блядь, Вовка два, молодой, нахуй. Опа, нихуя, Вовка, бля, красный кроссовки. О! Ты бы слышишь, что творишь? Вовка, здравствуйте! Здравствуйте. О, ну, давай, телекамера, бля. А ты что? Телекамера, телекамера. Шарнирчик, привет! Так, садись. А мне что, на багажник залазить? Не, садись, Костя, на колени, хуй. О, да. Два двигайте, нахуй. Один с одной стороны, другой с другой стороны на колени. Здравствуй, Вова. Здорово. Здорово, рубль. Как в кожаке, нахуй. В кожаке, блядь. Ой, ебать, там Максимка, блядь, прям ко мне на плечи залазит, нахуй. О, блядь. Танюшка, двигайся, едем, нахуй. Вперед, нахуй, подожди. Двигай вперед. Еще. О! Опа! Все, сели? Сели. Вовка, полез, закрывай. Вовка. Вовчик. Я тебе, Вова, закрылся? Нормально. А что нормально, полет нормально, куда едем-то? Я сели, а куда едем-то, блядь? Прямо? А? Прямо? Прямо, потом направо, потом налево, потом еще прямо едем. Нихрена себе, ребят, вы говорите, блядь, пятерка, блядь. Да, блядь, камеру Паш... себе новую купил. Да конечно, Вовка, блядь. Сколько делать? Брал? А? Сколько брал? А ну что тебе Вовка сколько брал? А че, не заморачивайся, Вовка. Как у тебя, ты телефон купил себе новый, что ли, говорят? Нет, я со старыми хожу. Ты нашли его, что ли? Нашли. Ах ты, сколько? Посадили, да? Че? Все нашли, блядь. Их посадили или че? Нет, это, следачка, это, короче, как тебе сказать, на больничную ушла. Резко? Не, чего это, опера дергали, блядь, это. Че, поедем до Кисы? А где она? На 101-м? Поехали, чё, мать. Если что, если полиция остановит, выпрыгивайте сразу нахуй. Да, вываливайте там. Не, без разницы, я вам форточку вылезу. Дай, Танюшка, им пузырёк, ты пускай подтягивают. Ну, дай я похмелиться, а. Сломаю тебя. Вовка, ты чё, как похмелиться, ты чё, Вовка, только приехал? У меня чё, друг, блядь, с армии пришёл. У тебя бухали, что ли? Где бухали? В Омске, блядь. В Омске? Куда там, блядь, что там? Нихуя, как вы, блядь, из Омска так быстро доехали, что ли? Мы утром выехали. Утром выехали? Вы на чем ехали? Мы, нет, мы это, у брата, друг, это, он, это, как... Че, вот там, вон он, значит, что, не видишь? Это моя! А дай я взял тебя туда, где... Ой, это, он в Сухом Луге живет, блядь. Так, там? Ты это, Костю, дом... Костю не раздавили, да. Хоть? Нет, Костя уже почти. Костя, что ты? Как там? Чувствуешь, нет? Максим кинул. А? Как говорится, нет? Лучше влагалище, чем очко товарища, нахуй.
Сейчас я по кочкам покатаю, нахуй, ребятишки. Не надо, блядь. Не надо, печалится. Максим, как дела у тебя? Как обычно, потихонечку. Заебись. А ладно. Дальше едешь, дальше будешь. Ладно, ребята, едем до Кисы, чтобы дорогу не снимать вам. Едем до Кисы. Ребяшки. Кушку в подъездке, бля. Вовка так уютно сел, Танюшку пощупывает, поцеловывает. Вот Вовчик какой. Вот Вовчик, кучерявый какой. Паскудник кучерявый, блядь. Владимир. Видите, ребяшки, все счастливы. Сейчас что, все закурят, да? По одной кучу, блядь. Нет, давай покурим. Так это... Нет, два, одну надо. Давай, давай, давай. Молодец, Вовчик, молодец. Да, положи. Там сколько курит человек? Там сколько человек курит? Ну, раз, два, три, считай. Потому что Паша-то не курит. Пересеть нахуй. Бульдог, блядь, только отцом стал, блядь. Куда я, блядь, пересяду? У вас что, там место? У вас место есть? Сейчас еще кого-нибудь посажу, блядь. Ребяшки, не пить, там место до хера даже. За руль садись. Пашу в багажник, а я за руль, да? Ай, блядь, ребяшки, наше место есть у них, там надо, можно еще кого-нибудь посадить нахуй. Надо. Ну а я за гуль сяду нахуй, сяду все пустяк. Вовка, только на коленке садись ко мне. Не-не-не. За руль, блядь. Обратно на багажник. Наверх. Наверх. Нет. Нет, смотрите, если у вас там места есть, я могу еще кого-нибудь посадить. Двигаются, ребята, там они, видите? Да.